да, заявка делается, потом просто по заявке. Референдум, который проводит Коммунистическая партия Российской Федерации, это знаковый момент в жизни каждого коммуниста. Мы считаем, что от активного участия каждого коммуниста, секретаря первичного отделения, сегодня зависит электорат, который будет привлекаться левосторонних организаций, активных участников, помощников нашей партии. Поэтому от того, как активно до 30 сентября мы будем участвовать в проведении референдума, я думаю, будет зависеть и активное голосование народа, электората при избрании депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания и дальнейшем медленно это. Два с половиной миллиона россиян откликнулись на призыв Коммунистической партии Российской Федерации. Активно включились в проведение референдума. 9 социально значимых вопросов, от которых зависит дальнейшая судьба нашей многострадальной Родины. Активно участвуем. Я считаю, что правительство имеет недостаточно силы для того, чтобы справиться с олигархами, с олигархической бюрократической верхушкой государства. Поэтому, как бы оно, может быть, даже и хочет сделать хорошо, но оно не получается настолько, насколько это нужно. Народный референдум, как вы думаете, нужно это дело? Народный референдум, безусловно, очень нужное и актуальное мероприятие, которое необходимо производить как можно чаще, естественно, только по большим поводам, которые имеют значение для большой массы населения. Вы прочитали, ознакомились с вопросами народного референдума и поучаствовали. Вы считаете их актуальными вот сейчас на нашей информации? Абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Ведь это вообще нужное дело, которым занимается партия КПРФ? Это для народа, особенно для нас, бедных вот этих вот, это очень правильно все это делается. Правильно. И много еще пунктов, которых нужно включить. Очень много. И подумать правительству. Если